Всем привет, это СБ1713 или просто Саймон. Продолжаем реакции. Сегодня опять у нас будет такая группа, как Septic Flesh. Их новый трек Neuromancer. Это второй сингл с нового альбома, который у них выходит, который я очень сильно жду. Вот. Ничего не видел, даже картиночку на превьюшке я вот увидел впервые, как только сейчас открыл. Очень интересно, что там будет, потому что предыдущий сингл мы уже смотрели на реакции и... Он был достаточно неплох, особенно спустя столько времени ожиданий, но все-таки хотелось бы чего-то более, наверное, интересного, чего-то более такого септик-флешного. Я не знаю, как это объяснить. Ну, опять же, чтобы это был не просто какой-то проходной трек, хотя, опять же, говорю, предыдущий он не был проходной, но, тем не менее, сейчас посмотрим, что у них там нового. Не знаю. Возможно, будет хуже, возможно, лучше, возможно, ровно так же. Я на самом деле надеюсь, что, ну, точно хотя бы не третий вариант. Короче, сразу поехали смотреть. Так, акустика пошла сразу. Окей. О, даже клип. Еще бы, я же смотрю клип, даже клип. Интересно, я же сказал. Окей, это кто? Здравствуйте. Я такого что-то... Подождите, это тот самый чел? Он играет на акустике. Окей. Начало отличное. Так, этот клип будет именно с группой, как я понимаю, все дела. О, фига, у них там корпс-пейнты, что ли? Уже у него вокал прикольный. Вот он, наверное, настолько вообще неправильный и все такое. Но при этом он вот прям мощно гачит. Трек, кстати, прям тяжело. Предыдущий уже не такой. Прям с этого момента мурашки по коже, даже не знаю как. Хотя это прям типичный Septic Flesh в этом плане, но как же я его не люблю, такие темы. Ну, кстати, новая внешка у них была, ну как новая, относительно новая внешка. Ну, вот этот гитарист у них, который с дредами, прям очень колоритно смотрится. Он вроде как всю музыку ты придумывает, по-моему. Но может я ошибаюсь. Блин, ты качевый прям трек от Septic Flesh, это достаточно своеобразная штука. Ну да, это такой обычный клип уже, в плане только с группой. Но на самом деле им таких клипов не хватало, потому что у них такой клип выходил вообще давно. Блин, их барабанщик вот этот новый, ну относительно новый. Но очень крутой чел. Постоянно его каверы смотрю. Спелся, да? Не, ну им можно. Ну эта гармония на самом деле очень похожа на какой-то из их треков с последних двух альбомов.
Ну, вот так вот резко обрывается на что-то мощное. Не, ну трек пока крутой, кстати. Бестбой. Окей. Рисковато, конечно, он закончился. Но... Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Neuromancer от группы Septic Flesh. Ну, хочу сразу сказать, что да, этот трек покруче, наверное, чем предыдущий, у них сингл выходил. С другой стороны, он все-таки немножко другой. Предыдущий сингл, он все-таки был такой, наверное, более атмосферный, такой более странный в стиле вот именно их треков, где больше не на металл идет, а больше на, ну, вот на такую вот какую-то вот атмосферность, собственно, их, которую они любят создавать. А тут именно прям очень кочевый, прям достаточно грубовый момент, особенно под конец трек. При этом как бы тут... Ну, припев, наверное, это считается, или что дело с чистым вокалом. Тут это мне больше понравилось, чем в предыдущем треке, несмотря на то, что тот должен был быть, наверное, менее динамичным и атмосферным. Я же не знаю, трек офигенный. Единственное, пару минусов, наверное, все-таки скажу. Во-первых, конец какой-то прям уж очень срезанный. То есть, мне кажется, можно было добавить какого-то, не знаю... На секунд, наверное, там, не знаю, 7 вот именно вот этого самого конца. Он прям такой, оп, и затекает. Это, ну, такое, типа, ну, ладно. Может, это, кстати, в клипе только так надо будет послушать еще на релизе именно. И второй момент... да, сорян. Второй момент, что вокала, как ни странно, мне тут показалось маловато. У них, в принципе, не так много вокалов в треках, то есть он... нету такой темы, как, например, в кор-группах, да, где вокалист просто орёт, 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 орёт. Вообще в любых моментах, пофиг где. У них такой темы нет, у них все-таки с этим как-то плюс-минус налажен. То есть где-то он именно поорёт, а где-то вот именно гитары сам с ударкой играет, или симфоника, или ещё что-нибудь. Но тут прям вот... какие-то пару провалов именно было в этом плане. То есть я как-то слушаю и думаю, ну вот тут ты мог какой-нибудь куплетик испеть, в принципе. Не знаю, не знаю. Но в остальном трек офигенный. То есть, ну, он реально намного мощнее предыдущего. Ну и, в принципе, он такой мощный. Ты слушаешь, типа, ну да, вот это Septic Flesh. Вот они до сих пор разваливают как бы хорошо. И опять же скажу, что вот именно тот момент с чистым вокалом, вот с той симфоникой, опять же, он достаточно такой, типа... Хоть очень похож на их предыдущее творчество, ну, как предыдущие, на их последние, например, два альбома, но при этом все равно от него, как я сказал, лично у меня мурашки пробежали, потому что вот именно такие гармонии я у них просто обожаю. В принципе, ради них я, наверное, с этих флешей слушаю, потому что если бы они играли просто, типа, вот металл в таком стиле и без всяких вот этих вот чистых вокалов, без всяких симфоники, да, или которые там чисто совсем на фоне будут, то, наверное, они бы и не были вот... теми, кто есть. Мне бы не нравились. А так прям офигенно. Я единственное жду, что у них на релизе новом будет какая-то песня или, может, даже несколько, именно где больше уклон на симфонику пойдет. То есть, потому что вот эти два трека, тут все-таки там были прям отдельные места. То есть не было такого, как, опять же, в последнем, например, альбоме, где ты слушаешь ее, как я рассказывал, на протяжении там чуть ли не минуты затихают все эти гитары, там ударки, и вот начинается прям вот эта суперэпичность, которую они умеют делать по-другому, а они реально умеют. Вот, тут пока я не наблюдал ни в этом, ни в том треке, но при этом как бы все равно жду. Если не будет, не знаю, огорчусь ли я или нет, но в целом пока прикольно как бы.
Опять же, не сказать, чтобы что-то такое сверхъестественное, но, с другой стороны, от Septic Flesh, наверное, никто и не ждет сверхъестественного, потому что они очень долго ничего не выпускали, и это лучше, в принципе, чем ничего. Вот. Но, опять же, посмотрим, что будет на релизе. Но в целом, говорю, мне очень понравилось. Больше, чем предыдущий трек, я жду, что будут еще более крутые треки у них. Вот. Ну и пару слов про клип. Клип у них тут совершенно обычный, с группы именно, но, опять же, мне, наверное, даже больше понравился, чем предыдущий, потому что предыдущий, он такой, типа, на всю эту, опять же, египетскую, там, около тематику и все такое, но как-то он был снят не очень понятно. То есть, опять же, кто смотрел реакцию, например, на Мишу, которую я делал, вот там, типа, над клипом прям заморочились, и я такой, типа, больше от клипа офигевал, чем от песни. У Septic Flesh все-таки с этим как-то еще пока, вот, наверное, не доросли до этого уровня, чтобы делал прям реально крутые клипы. Хотя они хотят, видно. Но вот этот клип вот именно с группой, больше тут ничего нет, но как бы видно, что они фигачат. Вот это вот фирменная стойка басиста, да, это прям очень круто. Еще меня все время забавляет, что у него всегда волосы чистые. У всех остальных, причем как-то так непонятно, а у него прям так чистейшие, как будто он просто за 5 минут до клипа их вымыл. Вот это прям какая-то, не знаю, то ли его фишка, то ли что. Но, короче, нормально. Не, в целом с клипом прям да, прям хорошо. Вот, и, кстати, даже не затянуто особо, хотя он там идет вроде 5 минут, но как-то на одном дыхании прошлось. Так что, да, с удовольствием, в принципе, посмотрел. Ждем чего-то более, наверное, чуть-чуть крутого и, в принципе, нового от Septic Flesh. А всем спасибо, кто посмотрит реакцию. Ссылочки в описании, нравится, нравится, сами все знаете. Короче, ожидаем. Должны много релизов выйти в этом году. Я надеюсь, мы все услышим, всеми насладимся. Вот, и очень-очень скоро они будут, по крайней мере, те группы, которые я, например, слушаю, которые я жду, и прям это очень греет душу. Вот, в принципе, все, так что я пошел и пока.